Привет всем, дорогие друзья, гости канала, мои любимые подписчики. Ну что, рубрика «Базарком» продолжается. И хотите окунуться в мир купли-продажи всего и вся? Добро пожаловать на Ингиабад. Ну что, пойдемте посмотрим, чем дышит сейчас наш ташкентский рынок Ингиабад. Сегодня у нас 30 июля. Да, главный вход. Давайте посмотрим, что продают. Часы любых видов. Какую цену примерно, ребят? А? От 55 выше, да? Как вы? Очки. Всякая мелочь. Порошки Офтон. Также инструмент, сразу их не ремонт. Медицинские инструменты. Слева одежда. Приветствую вас. Приветствую, как вы, все хорошо? Все нормально? Также вы на этом месте. Здорово. Рад вас видеть. Да, в прошлый раз зимой я был здесь, и мы познакомились с нашим мастером по ремонту швейных машин. Да, нумизматы. Также на месте. Валюта любых годов и стран, да? Рыболовные снасти. Уже приехал. Обувь. Солдатская. Казаны любых размеров. Азамат? Актуальный товар на лето. Вентиляторы. Нагреватель. Можно, вы не против, я сниму? Это у нас нагревательные, да? Спиральные, да, дела? Да. Под что? Под все. Это разные цены. Под, да? Все. По 50, 60, 70, 100, 120, 200, 300. Угу. В основном где используете? Все водяной, сухой, Россия, Туркия. Водяные нагреватели, да, электрические, да? Правильно? Там и ты сюда спираль. Да. Все, все, спасибо большое. Спасибо. Ну что, идемте.
говорит, я буду знать. Bu ad bir boy anne hani çıktı. Ne çıktı? Bir boy anne çıktı. Gel aslan На чем тонометр? 50, да, брат, комплект. Ну, общий, да, правильно? С фонендоскопом, да? Да, комплект. Ага, все, спасибо большое. Вы не против, я просто снимаю. Нет, нет, нет. Спасибо. Смотрите. Магнитофон. Фишер. Видеотон. Да. Ничего, ничего, санатор. Ну да, почти большое. Это один сын. Ладно, я не умереть. Не живу еще 100 лет, проживу. Можно снять? Вы не против? А самовары в какую цену у вас? Разный. Вот такой красивый, отполированный. 800. 800. 800. Сковородки, казаны, самовары. Ну что, зайдем на птичий базар? Попугайчики. Вот что, я понимаю. А какую цену? Не знаю. Сколько? Элли. 50, да? Ага. А за улан? Ну, красавцы. Вы не против? Вот я сниму. Здравствуйте, да? Здравствуйте. Это что за порода такая красивая? Это Дубай. А? Дубайский порода. Дубайский, да? Ага. Какую цену? 250 спрашиваю. Ага. Дешевле будет. Все, все, спасибо. А волнистый? Волнистый не знаю. Красивая. Thank you.
большой выбор клеток, как из дерева, так и из пластмассы. Потихоньку переходим к роликам. Можно снять, вы не против? Да, там. Ролик. Ох ты, сколько их! Индюка покупайте! А что за цыплята? По 2000. По 2000 цыплят. Здрасте. Вы не против? Можно я поснимаю? Если против, я пройду мимо. Нет, просто для YouTube канала своего. Люди спрашивают, что почем, как, кто приехать не может. Ну, продается все. Даже сумку-купоны. Можно поснимать? Один из моих первых фотоаппаратов. О чем где-то я сейчас? 150 тысяч. Он рабочий, да? Правда, пленку не найдешь сейчас, да? Портреты. Ленин, Горбачев, Устинов. Черненко, кажется, да, если Брежнев, да, Черненко. Пенсионные, студенческие, трудовые, о рождении, сберегательные книжки. Ну, вот раньше была мода такая. На коврах сделать, вышивать портреты. Смотри,
Здрасте, можно поснимать? Посуда. Сервизы. Вы не против, я поснимаю? Изделие из кости моржа. А где твой, блин, Карамазов? Там, а потихоньку, смотрите. Хрусталь. Можно поснимать, не против? Чуть рога не скнул. Мы в боксе, где продают велосипеды. Такие вот есть широкопрофильные, мягкие. Миллион 300, да, вон тот. Не знаю, мне вот такой без рамы нравится больше, честно говоря. Как-то в нем и посадка удобная, чем сидеть, немножко наклонившись, гнать, да? Вот эти почем у вас? Это 1 500 000 широкие. 2 500 000 это. А, 2 500 000. Может, это 1 500 000. 1 500 000. А какая разница? Они практически одинаковые. Не, это сака диски. Как? Сака. Диски. А, диски. Из-за дисков. Все, понял. Ага. Тут цепь, это как у вас спицы, а тут такие, да? Ага. В общем, конца края нету. От 1 300 000 и выше, да? Это взрослый имеется в виду, да? Маленький дешевле. Да? Маленький. Почему маленький? Маленький 500 есть. От 500 и выше. Все, понятно. Пройдемся к собачкам, посмотрим. Почем собачки сейчас, какие породы. Надеюсь, вам будет интересно. И сейчас уберу. Надувная лодка. Спиннинги. Передние кольца нужны 40. Вот они в
Bu toza soğuk değil mi? Evet, evet. Bunlar çatışıp açamaz. Onu toza. Odan böyle oynayıp yürüdü. Koç bitmiydi. Tozlardan ama ses doladı. Gündelemiydi. Почем такой? 5000. Почем такой красавец? 400. 400? Это сиамский, да? 5000 можно ли закинуть? Ааа, это вот такой дурнушил бар. Мне бар арзон ларин. Бар холес. Мне сару бар. Мне копить кумбал. Да? Мондай бит. Чехай начи бир. Хулы. Мейкум кер? Хулы? Neye geldin? Enayi tartıp geldin mi? Yürü de baksa oda kalasın. Takut sana. Мальчики, 400, девочки по 200. Девочки не в цене, да? Можно поснимать? Видите, какие голубые глаза. А почем такой красавец? $50, 800 долларов. Ага, это что за порода у вас? Хаски. А, хаски, малыш, вот это, да? Ну, вот он, да, смотрите, какой маленький. $50. Спасибо. Хаски. Можно поснимать? Это кто у нас? Это помесь чихуа с мопсом. Чихуа с мопсом, ага. И что просите? 500 тысяч. 500 тысяч, ага. А это, здесь у нас кто? Это Дратхари. Дратхари, ага. Какую цену? 300 тысяч. 300 тысяч. Спасибо большое. Синята, синята, лобачки. Почем ваши лобачки такие красивые? 50. Это мы про доллары говорим? Нет. Да. Это наши. Это домашние. Будете всех отдать просто так. Да. Возьмите. Возьмите. И все. Главное, чтобы кормили. Да. Ой, на мовчик, вот. А чем такая красота? 800 тысяч наши. Мальчик? Девочка. Уинчуаны шунда таши, сапкеля. А это кто у нас? Канагур. Привет. Сколько стоит? Билет. Билет. Яким шульян шуном вас. Сенгиш шуном. Боласына, я. Ну, собачий рынок небольшой. Ну что, собачки посмотрели, идемте дальше. Можно. Ну, Ингиабад, в принципе, не меняется. Каждую субботу и воскресенье добро пожаловать. Вы все можете здесь найти. Как всегда. У меня был зимний репортаж. Сейчас летний. Ничего не поменялось. Только жарко. А так, пожалуйста, приходите, покупайте. Все, что не хватает дома, где-то что-то у вас сломалось на замену, старые вещи вы можете заменить здесь, купить, поменять, починить. Этим как бы и цепляет, да, этот рынок. Видите, да, людей очень много. Всегда. Вот, так что добро пожаловать на Ингиабад. Мы пройдем к железкам, посмотрим, что там у нас есть, какая история. Сверла любого размера. Кружки.
перчатки. Классное соседство. Яблоки, дыни, помидоры рядом с мотором, казанами. Размеры разные. Надувные лодки, двери, рамы, все как всегда. Бидон, алюминиевый бидон. Спецодежда. Почем плов? По 22. Ага, хорошо. Пошли. Почем палочка? По 20, брат. По 20, ага. Самса. Ух ты, какая большая. Можно, да? Вы не против? Нечколь. Почем такая большая? Мясо. Нечколь? Старец. Нечколь? А, 8 тысяч. Смотри, он большая совсем. Здорово. Эх, ножи надо было поточить. У нас дома много ножей, что-то я не сообразил. Газовые плиты. Колеса на любые тачки. Бензопилы. Гефест. Классика прямо. У нас такая дача была. Какую цену, брат? Гефест. 1 800 000. Это где-то 100 с чем-то долларов. 150 долларов где-то. Вот такая еще старая есть. Вытяжки. Электроплита почем у вас? Миллион прошу. Миллион? Ага. Реставрированный, все, да? Да. Горелки, моторы разные, так по мелочи, ремонт машинок также здесь, холодильники. Музыкальные блюда. Радиаторы. Да.
Что, дорогие друзья? Мы побывали на Ингиабаде, на нашем рынке, где можно приобрести, купить, починить все подряд. Так что, как всегда, суббота и воскресенье все работает. Приходите. Даже есть вот такие станки. Рубрика «Базарком» продолжается. Пишите свои комментарии. Мы все читаем. Стараемся всем отвечать. Так что до новых встреч. Всем пока-пока. Счастливо.